трудно сегодня найти человека, который не узнал бы его мелодий. То лирических и напевных, то наполненных накалом и драматизмом. Одно только гениальное воплощение пушкинской метели уже сделало имя Георгия Свиридова всемирно известным. А сколько другой замечательной музыки за годы жизни было создано классиком. Бесспорно, его творчество – огромный вклад в развитие не только отечественной, но и всей мировой культуры. На его произведениях выросло и еще вырастет не одно поколение людей. Мы гордимся тем, что наш Курский край, наша древняя фатежская земля подарили не только всей стране, но и всему миру композитора Георгия Свиридова, в память о котором 16 декабря 2005 года на его родине в городе Фатеже был открыт единственный в России музей, носящий имя прославленного земляка. Музей расположился в доме, в котором в 1915 году родился Георгий Свиридов. Здесь, на третьем этаже. Экспозиционная площадь музея 116,5 квадратных метров. Здесь 4 зала, каждый из них содержит определенный тематико-экспозиционный комплекс, начиная с периода детских лет, проведенных в Фатеже, и заканчивая жизнью в Москве до 1998 года. Мы сейчас с вами пройдем в первый зал музея. Он у нас самый маленький. Площадь его 14 квадратных метров. По воспоминаниям самого композитора и его современников, именно в этой комнате 3 декабря по старому стилю 1915 года он появился на свет. Экспозиция первого зала музея ведет посетителей к пониманию истоков разностороннего дарования будущего композитора. Здесь можно увидеть великое множество архивных документов, которые связаны с жизнью семьи Свиридовых в нашем Фатежском крае. Самый главный из них – фрагмент метрической книги на 1915 год, в котором под порядковым номером 53 отмечено, что 3 декабря по старому стилю был рожден Георгий Свиридов, 26 декабря крещен в одном из храмов города Фатежа. Город Фатеж, Курск и деревня Чеплыгина выделены на карте Курской губернии на 1915 год. Чеплыгина здесь не случайно. В деревне родилась его мама Елизавета Ивановна, которая до замужества носила фамилия Чеплыгина. Жила в деревне Чеплыгина, где все были Чеплыгины. Мама Елизавета Ивановна Чеплыгина окончила соборную школу, поступила в Фатежскую прогимназию, после окончания которой учительствовала, мать преподавала пение. Голос у Лизоньки был чудесный. Она давала частные уроки, выступала в церковном хоре и не случайно задатки на музыкальные Внимание на музыкальные задатки сына Георгия обратила именно мама. Для мальчика она стала первым учителем. Отец семейства Василий Свиридов родился в Тимском уезде Курской губернии. Он выходец из крестьянской семьи, окончил церковно-приходскую школу, поступил в реальное училище, после окончания которого был направлен в Фатеж служить на почту. Почта занимала первые два этажа этого дома, а здесь, на третьем, в скором времени, служащий почты Василий Свиридов получил служебную квартиру. Именно поэтому здесь, в 1915 году, родился будущий композитор. В 19 году отца убили. Ему было всего 29 лет, в семье случилась страшная трагедия, после которой мать потеряла голос, заниматься музыкой женщина больше не могла, да и руководство почты осиротевшую семью из этой квартиры выселило. К тому времени Георгию было 4, а сестра его, Тамара, только-только появилась на свет в январе 1920 года. Елизавета Ивановна и ее дети переезжают в деревню Чеплыгина. Она едет к своим родителям, где живут до 1924 года.
В деревне Чаплыгино было много учителей. Не зря говорили, в Чаплыгино живут одни воображули, то есть образованные люди. Нетрудно представить, что окружало Георгия Свиридова в детские годы. Народная песня, бытовая музыка, культура, обряды, приметы – творчество великих русских поэтов и писателей. Поэтому все то, что окружало Юру Свиридова в детские годы, проведенные в Фатежском крае, на всю жизнь осталось в его памяти, а потом послужило главным источником его творческого вдохновения. Именно здесь, наедине с русской природой, с жизнью и бытом русского крестьянина, Свиридов подчеркнул для себя все то, что в будущем сыграло очень важную роль. В начале 20-х годов 20 века, после убийства мужа, Елизавете Ивановне Свиридовой в реквизиционном фонде предложили выбор – помощь как осиротевшей семье. Либо она возьмет корову, либо рояль. Несмотря на то, что время было холодное и голодное, мать выбрала инструмент для своего сына. Она прекрасно понимала, что приобрести беккеровский рояль возможности никогда не будет. Но она уже тогда хотела одного, чтобы сын ее был не просто музыкантом, а композитором. Она приложила для этого все усилия, и благодаря маме Елизавете Ивановне мы сейчас слышим Георгия Свиридова. Рояль появился в семье, когда мальчику не было 6 лет. Трудно представить, что чувствовал ребенок, видя в доме этот инструмент. Сначала просто подходил к нему, боясь коснуться клавиш. Потом потихоньку его пальцы стали касаться клавиш инструмента. И в 6 лет Георгий Свиридов пишет свое первое музыкальное произведение. Называет он его «Австрийский марш». Ну, почему марш, понятно. Видимо, мелодия была похожа на маршевую. Но австрийский, может быть, где-то услышал или прочел. Мама Елизавета Ивановна, понимая, что музыка сына начинает интересовать и что у него получается самостоятельно заниматься уже без ее помощи и без помощи учителя другого, принимает решение – необходим переезд в город Курск. Она считала культурную и музыкальную жизнь Курска более богатой и более разнообразной по сравнению с Фатежской. А еще в то время она прекрасно понимала, если остаться в Фатеже, то будущее у ее сына будет одно – учитель музыки, как она, в какой-либо сельской школе. Мать для своего ребенка хотела лучшего. В 1924 году Елизавета Ивановна, собрав вещи, вместе с детьми перебирается в город Курск. Едут в никуда. Денег нет. Жилья в Курске тоже, да и знакомых нигде нет. Поэтому, приехав в Курск, они снимают маленькую комнатку, проходную, небольшую по площади, которая была настолько мала, что и семье из 3 человек-то жить было там нелегко. Но права была мама, сделав такой выбор. Если бы не перевезла она тогда, в 24-м году, своих детей в Курск, то не получил бы Свиридов свое первое музыкальное образование в Курской школе, именно музыкальной. Не переехал бы он тогда из Курска в Ленинград в 32-м году в возрасте всего лишь 16 лет. А в Ленинграде не стал бы он членом Союза композиторов в 21 год, одержав победу в конкурсе, посвященном столетию со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Ведь тот самый цикл пушкинский Свиридов создал именно к этому конкурсу. Не было бы тогда в Ленинграде знакомства с Дмитрием Шостаковичем, обучение в Ленинградской консерватории, сначала фортепианное отделение, а потом отделение композиции. Не было бы тогда в Ленинграде его знакомства с музыкальными критиками, известными исполнителями и певцами. Ленинград Свиридов очень любил, несмотря на то, что пришлось ему пережить в этом городе много всего. Он часто голодал, недоедал, на жизнь зарабатывал, играя в ресторанах, казино, кабаках и пивных. Но, тем не менее, именно в Ленинграде Свиридов
достиг того, чего хотел. И из зеленого музыканта, который приехал из Курска в 1932 году, он превратился в состоявшегося, известного, прославленного. В 1956 году из Ленинграда Георгий Васильевич переезжает в Москву. В Москве живет оставшиеся годы. До 98-го, 42. Московский период жизни Георгия Свиридова – это репетиции, концерты, овации, признания, это премии, награды, заслуги, это его активная творческая деятельность. Именно здесь, в Москве, он начинает писать музыку к спектаклям и кинофильмам. Он знакомится с актерами и малого, и большого театра. Его произведения звучат и в большом, и малом зале Московской консерватории. В его круг знакомства входят известные дирижеры, музыканты, исполнители главных его произведений. Среди них Владимир Федосеев, Евгений Нестеренко, Александр Ведерников, Ирина Архипова, Елена Образцова и многие-многие другие. Все они признавали Георгия Васильевича мастером, но говорили, репетировать с ним очень и очень трудно. Он был безумно требователен, но не только к ним, но еще и к самому себе. Его произведения в том 20 веке были созданы им не для славы, а во славу русского человека, России, русского народа. За годы жизни Георгий Васильевич создал великое множество произведений, но сам для себя главнейшими выделял лишь те 19, которые представлены в главной летописи его творчества. Среди них музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель», легендарная симфоническая сюита «Время вперед», гениальная кантата «Курские песни», за которую Георгий Васильевич был удостоен крупнейшей французской премии «Золотой диск Шан-Дюмонт». Последним произведением в списке Георгия Васильевича значатся духовные песнопения и молитвы. Именно этими произведениями Свиридов поставил точку в своем творчестве. Работу над духовной музыкой он вел на протяжении 16 лет, с 80 по 96. Многие отмечают сейчас, если бы не приступ, который случился 11 декабря 97 года, музыки в этих духовных произведениях было бы намного больше. В декабре 97-го Георгий Васильевич был госпитализирован в реанимационное отделение Центральной клинической больницы города Москвы. В канун великого праздника Рождества Христова, в ночь с 6 на 7 января 98-го года, Свиридова не стало. Он ушел из жизни, оставив нам уникальное наследие, в котором каждое сочинение наполнено глубоким смыслом, в котором царит красота и гармония. Удивительно, но живя и работая в 20 веке, композитору удалось создать произведения, которые в 21 веке своей актуальности не потеряют. Они, наоборот, будут более востребованы и очень нужны нам, особенно подрастающему поколению. В городе Курске, недалеко от того места, где располагалась музыкальная школа, в которой обучался Свиридов с 29 по 32 год, был установлен единственный в России памятник композитору. Слова, выгравированные на памятнике, гласят «Воспеть Русь, где Господь дал и велел мне жить, радоваться и мучиться». После похорон Георгия Васильевича на Новодевичьем кладбище в городе Москве был установлен бюст работы Михаила Константиновича Аникушина, копия которого в 2006 году пополнила фонды нашего музея. Теперь у всех желающих, слушая произведения великого композитора, можно отдать должное, поблагодарить, сказать спасибо за ту великую музыку, которую он нам оставил и которую каждый из нас должен хранить.
Дом наш на сегодняшний день значится как памятник культуры и архитектуры федерального значения. В документах он обозначен под следующей формулировкой. Дом, в котором, где в 1915 году родился Георгий Свиридов. То есть это и в самом деле место, которое вот напрямую связано с именем Георгия Свиридова. В сентябре было открытие этого дома. В сентябре здесь начала работать детская школа искусства, музыкальная школа, они наши соседи. Ну а сам музей открыл двери для посетителей именно в день 90-летия Георгия Свиридова, 16 декабря 2005 года. Вы же знаете, наверное, что ежегодно в Курск съезжаются участники фестивалей. Музыканты Италии, музыканты Испании, ближние, дальние зарубежья обязательно в пункте, в программе посещения Дома-музея Свиридова. Мало того, здесь у них экскурсия, посмотреть город, где родился, а где-то там в актовом зале, например, города, это концерт для земляков Георгия Свиридова. Фатеш, он один раз сюда приезжал, уже будучи известным композитором и в Англии, и во Франции. Ну, а здесь встретили просто Юрка Свиридов, то есть друг детства, кто бы мог в Фатеше, да и в Чаплыгино, где, ну, беднота просто. Он, когда смотрел, как живет русский народ, особенно в глубинке, он плакал, жаль было, но сам для ничего изменить не мог, потому что, я же уже говорила, он не для славы писал своей, а во славу кого-то, в том числе и русского народа. Не зря Георгий Васильевич говорил, что судьба культуры русской не только, в руках не только тех людей, которые производят эти ценности, но и в руках тех, кому они адресованы, то есть всего народа, всей нации. Вот я согласна с его утверждением и считаю, что если в надежных руках будет все то, что он нам оставил, то и имя его и музыка его будут жить еще не один десяток лет. Узнать Свиридова невозможно. Каждый раз новая книга, новая страница. Вот вроде как даже музыкальные критики признают, что академик сам Дмитрий Лихачев говорил, что глыба – это не поднято еще. И сколько поднимать нужно, и главное, чтобы было кому это делать. Поэтому не только память о нем хранить и славить имя его, но еще и заботиться о том, чтобы подрастающее поколение пришло во взрослую жизнь, зная и гордясь тем, что нам чужого не нужно. У нас есть свое, что мы еще не освоили, что мы еще не изучили. И сам Свиридов, он ведь высказывал надежду на то, что не все еще потеряно, что есть люди на самом деле перспективные, талантливые. Самое главное, чтобы русский человек перестал обезьянствовать, вечно жить чьим-то чужим примером. Это одно из его тоже высказываний, которое звучало не один раз, и в дневниках мы находили его слова. Вообще дневники Свиридова – это чудо. Это великолепные сборники, которые читаешь, и кажется, что живет он в наше время. Говорит он о нашей жизни. Потому что столько высказываний в точку, которые попали. И когда читаешь, понимаешь, правы те люди, которые утверждают, не только композитор гениальный, но еще и мыслитель, философ. Потому что, живя в том 20 веке, он будто бы чувствовал атмосферу времени нашего, века 21-го. И со многими его фразами можно согласиться. Вот знаете, как, что он говорит, я не помню, какой год. Для русского человека главная вера. Да? Вот отними веру у человека русского, и человек русского не будет. Его просто раздавят и растопчут. Ну как с этим можно не согласиться? Как можно, вот они не лежат здесь, это малая часть только, да, как бы это вот две книги, серия «Музыка как судьба», вот как раз те самые дневники, это «Молодая гвардия» издательства. Последний 2017 год сборник, и вот его даже последний откроешь, он был дополнен там несколькими дневниками какого-либо определенного периода, вот. И до мурашек, потому что я, например, поддерживаю все то, что он говорит. Насколько мне известно, вот как бы где-то слышала или прочла, не помню, что бумаге он очень доверял. То есть он знал, что где-то с кем-то то, что он думает, нельзя сказать, как бы что-то сдерживало. Но бумага, карандаш, они стерпят все.
Поэтому не спорю, что когда произошло такое новое направление в музыке появилось, да, ясное дело, что он высказывался против каких-либо музыкантов, скажем там, или композиторов. И все здесь, все это можно прочесть. Кроме всего прочего, он говорил, ну, классическая музыка – это само совершенство, а все остальное – это натиск. Кто такой композитор сейчас? Композитор – это человек, который берет музыку из ниоткуда. Из материи жизни, материи звука, материи красок. Ну и в аналогии, если, да, вот так сейчас своими словами. И кого сейчас называют композиторами? Вот я так понимаю. Вот настоящий тот, который на самом деле, как он, из ниоткуда. Когда Ведерников у него спросил, как появилась поэма памяти Сергея Есенина, а Свиридов ему ответил: ты знаешь, Сандра, даже сам не знаю. Гулял, грибы собирал. Вдруг озарение. В кабинет за инструмент побыстрее записать, чтобы не забыть. Поэма памяти Есенина была написана. Именно фраза «я не знаю, как рождается музыка» – это чудо, это божественное дело. Да, да, от Бога. Только от Бога такое может быть. Свиридов сам объяснил, как появлялись его такие гениальные произведения. Многие, кто бывал у него, например, там на даче в Подмосковье, в Жуковке или там в квартире, считали его человеком не от мира сего. Особенно последние годы, наверное. Почему? Потому что, я согласна, он жил в своем мире, понимаете? Его мир был добрый, в нем жила надежда, в нем была вера, в нем была другая музыка, другие люди. А после 90-х годов, после вот этого всего сумбура в стране, Свиридов будто очнулся. На самом деле это все было, и он понял, что не все так легко и безоблачно, как ему казалось, что все перевернулось с ног на голову. И в каком-то из своих дневников, не помню точно год, Свиридов написал такую фразу: почему или русская культура стала превращаться в жестяную консервную банку, причем пустую. И боль за то, что происходит в стране, как разрушается вера народа, как уничтожается сам народ, она и вот засела-то в его душе, в его сердце. Он очень сильно переживал за то, что происходит в стране, и где-то Алексей Борисович Вульфов произнес такую фразу, что Свиридова убило телевидение, многие так считают. Если бы не телевидение, он бы мог еще пожить и прожил бы еще, и музыки было бы больше. Но видя весь тот кошмар, который происходит, человек, любящий родину, Россию, творящий ради народа русского, начал понимать, что народ уничтожают. Ну как такое можно вытерпеть? Он очень близко все к сердцу воспринимал. Если пройтись по его семье, по его личной жизни, и там сколько много трагедий было. Если взять его творческую биографию, то ведь безоблачно ее тоже не назовешь. Это мы сейчас, слушая «Время вперед» или «Метель», кажется, вот гениально прекрасную музыку создал. Но на самом деле путь к этой вершине был настолько тернистым, что все это переживая, перенося в себе и как вот через себя все это пропуская, но какое здоровье и какой организм должен быть, чтобы не случилось инфаркта тогда, 11 декабря 1997 года. Поэтому все было, конечно, не так легко. Если взять постановление партии ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба», когда вот 48-го, да, по-моему, февраль 48-го был объявлен формалистом, обвинили в неправильной трактовке патриотизма, в наше время об этом как бы подробно не расскажешь, да? Объяснить, что это тогда означало, сейчас трудно, но в то время это полный запрет на профессию. И вот опять удар, как человек, который музыкой живет, да, и музыка с ним всегда и везде, вдруг получает запрет на работу, на издание, на исполнение произведений. Конечно же, и клиника нервных заболеваний была. Ну, оправился, выстоял, справился. Переезд в Москву, там другая жизнь. Но все-таки вот опять конец 80-х, начало 90-х подорвали тоже его здоровье.
Если говорить об отношении Свиридова к храму, церкви, православию, Антон Висков не зря когда-то произнес, сам Свиридов говорил, он был человек, о Свиридове говорил, он был человек не богомоленный, то есть, но богобоязненным. Бог у него в душе был. Он не выставлял на показ вот, вот свое вот переживание, что-то, но он выносил это все в душе. Вот наедине с природой, обращенный к Богу, может быть, даже в разговоре с Богом. Я считаю, что ну, сам Бог, посылая музыку человеку, не может оставить этого человека равнодушным самим по себе. То есть здесь единение было таким сильным и непоказным вот в душе, наедине с мыслями и с самим собой. Вообще я коренная фатижанка. Здесь родилась, здесь живу, ну, не будем говорить, сколько лет. Значит, окончила Курский государственный институт, пединститут. Предложение получила работать сначала просто в краеведческом музее сотрудником. Музея Свиридова еще не было. В зале краеведческого музея была небольшая экспозиция, но там немного было экспонатов. Когда открывали музей, предложили работу здесь, в должности научного сотрудника. Но так как работа в краеведческом музее, она имеет одну направленность, да, а здесь уже совсем другое, здесь ну, больше музыка, больше как бы искусствоведение. Значит, дирекция Курского областного краеведческого музея отправила меня в командировку в Москву. Я посетила дом музея Петра Ильича Чайковского в Клину, музей музыкальной культуры имени Глинки. Прошла там, по-моему, двухдневное обучение. День в музее Глинки, день в доме Чайковского. Сотрудники этих учреждений меня познакомили с особенностями работы в таких музеях, которые имя человека вот определенного носит. Ну и уже потом по возвращению все то, что вложили в меня, это все стало применяться на практике. Единственное, что как бы была трудность в чем, это детям, например, да, вот, ну, маленьким, скажем, школьникам, им не расскажешь о Свиридове то, что рассказываешь взрослым. То есть им нужно донести материал, содержание того же, но немного по-другому. То есть чтобы они освоили на своем... по своему возрасту. Вот это были трудности, но, опять же, в доме музея Петра Ильича Чайковского мне об этом все подробно рассказали. Вот как, вот, вроде бы Свиридов для детей труден, но чтобы было интересно детям, вот, вот так нужно подойти. Обучение пошло на пользу, и уже, получается, на больше 10 лет точно вот здесь в должности уже заведующей музеем. То есть сотрудника, по-моему, в 2009 году я была переведена в должность заведующей. Ну, а потом... Это книги Золотов, Ведерников, это Сохар, дневники Свиридова, это настольные книги были, и вот уже по этим книгам как-то, ну, оборот такой пошел. Но я его все равно не знаю. Личность была гениальная, гениальную личность узнать невозможно. Простого человека и то сразу не поймешь. А уж говорить о таком, ну, как бы, ну, великом, величественном, я думаю, что жизни не хватит, чтобы его изучить. Знаете, как многие говорят, музыка Свиридова трудна для восприятия. Вот есть такие произведения, которые, ну, трудно, вот, ну, ну никак вот они. Если, например, брать «Метель» или «Время вперед», да, но это легенда. И многие говорят, даже если бы Свиридов только эти произведения создал, уже было бы достаточно. Если в его список его произведений углубится, то да, согласна, есть такие. Но, знаете как, когда произведение слушаешь, но не слышишь, это одно. А когда его и слушаешь, и слышишь, вот тут совсем восприятие другое. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы музыка Свиридова была не только прослушана, но еще и услышана. Вот тогда уже по-другому будет совсем все. Глядя даже в эту витрину, ну вот подбегают и говорят, ну, наша линейка ведь, правильно? Ну, наш простой карандаш. Я говорю, ребят, ну, постойте, говорю, ну, вы что, хотите сказать, что Свиридов жил 300 или 500 лет назад? Нет, говорю, он же современник ваших бабушек, он, говорю, жил в советский период. Вполне вероятно, что он пользовался этим. И вот тут у них уже глаза загораются, они понимают, что вот это все ему принадлежало и к этому касались его руки, они начинают задавать вопросы, ну, наподобие, что вот это, скажем, да?
Зачем? Вроде бы, с одной стороны, композитор, и тут мы видим какой-то причудливый камень, там, по форме напоминающий такую обтекаемую форму. Или, например, что за Буратинка, которая держит в руках золотой ключик? А зачем это? Вроде бы детское что-то, но в то же время здесь-то композитор Георгий Свиридов. И когда начинаешь объяснять вот таким подходом особенным, вот для чего это, и что касались, представляете, вот... А представляете, что вот эти записи делал Георгий Васильевич своей рукой? Смотрите, какой почерк. Понимаете что-нибудь? Ясное дело, не понимают. Я говорю, а многие творческие люди всегда так пишут. Они, главное, не о том, как написали. Они разберутся сами. Главное, чтобы они запомнили, что написали. Потом, когда устают, и они начинают как-то отвлекаться, я говорю, ребят, давайте руки вперед выставим. Их реакция – удивление. То есть все, они забыли разговор, они выставили руки вместе со мной. Я говорю, в руках вы держите груз. Опять не понимают, груза-то нет, какой груз. И потом только что надо вид создать, что тяжело им. Я говорю, вот в своих руках вы держите музыку Георгия Свиридова. Вы, говорю, растете. Груз в ваших руках остается. Вы выросли. А потом это все, что сделали? Они прям в голос передали. Я говорю, кому передали? Бабушкам и дедушкам? Нет, а кому? Своим детям. А теперь, говорю, представьте другую ситуацию. Когда вы растете, держите груз, и вдруг вы его выронили, уронили, потеряли. Когда вы вырастете, будет вам что передать? Нет, не будет. Поэтому, говорю, какой вывод делаем? Музыка Свиридова должна быть вот здесь. И потом еще очень важно, знаете что? То, что создал композитор при жизни, мы не вправе разрушать. Ни в коем случае. Не только Свиридов, и другие, многие композиторы, поэты, писатели. Нам нужно, в свою очередь, на его пласт, крепкий кирпичный фундамент, например, да, выложить свой. И вот только тогда это вот такими вот движениями будет крепко-накрепко храниться. Если мы это станем разрушать, на что права не имеем, потому что создано не нами, то все, на чем базировался его пласт, это все тоже рухнет. Поэтому вот эта преемственность поколений, которая должна быть, вот это как бы тоже очень и очень важно. А потом еще говорю, ребята, вы должны сегодня из музея Георгия Свиридова что-либо с собой унести. Их реакция опять. Вокруг себя, витрины закрыты, ничего не заберешь, памятник бюст не унесешь, потому что тяжелый. И только потом кто-то из них, либо учитель, может фразу произнести: знание, память и гордость. Вот что-то с собой унести из музея, это как раз вот то самое имеется в виду. И тут они понимают, что с ними здесь работа идет на равных. То есть они не прикрепленные к одному месту по стойке смирно. И такая вот клише, знаете, фразы такие вот заученные уже. И они понимают, что были в музее, видели то, чем пользовался Свиридов, видели рояль, на котором он играл, слушали его произведения. Но время вперед, конечно, все узнают. Потому что если с первых аккордов неизвестно вроде бы, то когда тот самый фрагмент звучит, их реакция — новости на Первом канале. То есть вот это они знают, уже это хорошо. Ну а там будут расти, будем знакомить с другой музыкой.